Всем привет, обнял, приподнял, с вами Зазепа. Короче, давайте-ка сегодня поебашим немного в кинж. Как вам такая идея, а? Будем играть за рабов. Вот. Я за сегодня записал уже серии 5 кайфлайфа. Просто хочется немного что-то другое и разбавить немного контент на канале, так что... Так что вот так вот. Сейчас немного наушники поудобнее надену. Вот так вот. Давай человека, мужской. В принципе, по параметрам мне все устраивает. Давай, готово. Слушай, а мне столько людей не надо, я их все равно всех распущу. Буду играть вот за тебя одного. О, так. Нет, это не то. Технологии. Управление отрядом. Короче, вас всех я удаляю. Отпускаю. Буду чисто за одного перца играть. Мне не интересно создавать один большой отряд. Мне интересно за одного челика поиграть. Раскрыли. Так, и сейчас мне тут, наверное, будут выламывать. Выламывать не по-детски. Так. Что я хотел? Тут надо сразу тренировать параметр скрытности. Давай только немного скорость увеличим. Если тут заметят, наваляют мне. А, так. У нас персонаж сразу нулевый. Давай-ка сразу в клетку закрыгнем. Нас рубанули. Ну что, это все прокачка. Кеншик как раз про это. Вначале нужно всегда получать пиздюлей. Левая нога немного пострадала. Да, давай сразу качаем скрытный, взлом, то есть хотел сказать. Я надеюсь, голодухи там не дадут помереть. Чё, пока качаемся. Взлом. Параметры, что у нас по злому? 4. Ну, потихоньку качаем. Игруха это очень залипательная. Ну, и сразу голову мне облили. Чё ж я хотел, да? Раб. Ну, пока еду не будем воровать. Так. Давай кандалы пока взламывай, тоже тренируйся. А ночью, наверное, мы покачаем скрытность немного и убийство. В принципе, тут есть одна отличная методика, как это делать. Качать убийство. Немного аморальное, конечно, возможно, но какая имеется. Все, отлично. А, пауза. Так. Не мешает. Сразу на нас налетает. Ну, давай дальше качать взлом. И будем это делать скрытно. Взлом нужно докачать до такой возможности, чтобы он схвал, короче, прям с первого раза эти клетки. В принципе, это все быстро должно выкачаться. Вот так вот. Давай опять скрытно назначим сбежать. Ой, блин, по ноге получили.
Да, это пока то сам хиляй. Странно, что нас на работу сейчас не выгоняют. Будем пытаться выжить, пытаться сбежать. В принципе, на это где-то 2-3 игровых дня уходит. Уже, в принципе, почти вечер. Не получилось. Ну давай. Ну, скрытность в любом случае это ночью качать, пока только взлом вот таким образом. Давай сюда зайдем. Не получился тихий нокаут. Он смотрит на нас. Давай опять зайди. Лучше тогда мага не получать, чтобы не повредить какие конечности. А здесь, простите, есть вообще еда какая-нибудь? Так, ну еды в этом здании нету, да? Давай, качаем еще времени. 7 часов вечера только. Подожди, подожди, не махай. Давай, дальше скрывай. Тренируйся, что ли. Поднимаем шанс. Слушай, долго. Долго вскрывал. Давай, продолжай. В принципе, о, сейчас иду спать. Ну, даже этот вернулся. И нас не видно. Может быть, тут немножко под носом у него походить. Там прям уровень, по идее, должен идти очень хорошо. Запер нас. Вот, когда пойду спать. Слушай, у нас даже боевые искусства немного качнулись. Когда мы попытались, наверное, с этим механиком подраться. Вот так вот. Да, спасли жизнь. Так, подожди. Ну так вот. Тренируем еще параллельно тихие нокауты. Потому что нужно. Ну, форму будет раздобыть. Блин, рубанули нас. Вроде и сильно. Это, блин, кому сказал? Удачно. Блин, давай. Короче, не надо в клетку больше так прыгать. Нас все еще замечают. Давай продолжаем. Прокачка, прокачка, прокачка. Я же говорю, что нужно, блин, довести до того, что он там с первой попытки сломал, короче, эти замки. Неудача. Ну, он хотя бы их пытается бить. По голове получил немного. Ну, зато прокачал это убийство, как он называется, стил. В хозяйстве все сгодится. Ой, скрытно сразу.
Давай еще раз. Шесть процентов взлома. Да и походим. Я понял. Нас запалили. Нужно скрытность так качать, чтобы прям у него перед лицом можно было ходить. Нас не видно было. Ну что, сколько процентов? Ноль. Слушай, подожди, дай-ка я гляну. Убийство 8. Ну, блин, качается потиху. Так, ну вот опять день настал. Опять, наверное, то же самое будем делать. Давай на второй, что ли, скорости сбежать. Зайти. Опять взлом. Опять тренировка. Опять на максимальной скорости. Чуть по груди получили. Вкачали немного крепость, наверное. Боевое искусство. Может там что-то из этого. Не-не-не, давай назад. Я работать не хочу. Мне это не интересно. Ой, не-не-не-не. Давай-ка не будем. Надо, наверное, будет в эту клетку как-то вернуться. Но вроде это посерьезнее взламывается. Нет, тоже 90% уже. У нас пока не хватает этого. Не, эта клетка посложнее. А сколько у нас взлом уже? Взлом 39. Вообще шикарно. Прокачка прям летит. Давай, качай. Не-не-не-не-не, давай подойди, ты не будешь меня бить. Давай дальше не хиляй. Короче, такой дерзкий раб. День будем его доставать так. А, блин, найти бы, конечно, что-нибудь покушать было бы неплохо. Блин, пока он нас пылит, блин, тут тоже ничего сделать. А, блин. Вот теперь точно крепость скачал немного. Подожди, сколько крепости? Ворот 3, воровство, убийство, крепость 4. Но это такое еще. Это еще мало. Блин, опять. Зайди. Главное, чтобы какую-нибудь конечность не выбили бы. Типа ноги, блин. Типа сейчас это самый возможный вариант. Он вывесит этот момент, пока он там на замахе находится. Давай.
Хочу на второй этаж. Все, я на втором этаже, отлично. Хиляй меня, братан. Я посижу немного там в скрытности. Вот, и тут можно прокачаться будет уже. Так вот, побегать. Вокруг да около. И скрытность прокачается прям очень быстро и хорошо. Я даже могу сделать вот так вот. А, скрытность 7. Вот так вот делаю. Уже 8. Прям проценты летят. Мне так потребуется, чтобы потом сбежать отсюда. О, тихий нокаут. Не получилось. Короче, на рабах это можно все тренировать. Все нокауты. О, получилось. Давай. Не вышло. Интересно. Этого вырубил. Не вышло. А, давай, 0%, пофиг. Даже с 0% он, по-моему, тоже прокачивается. Только, по-моему, при удаче. Просто срочно он будет вырубить охранника и я сниму одежду и выйти отсюда. Может, конечно, скачать этого, просто скорость передвижения и туда. Все, опять синенький. Хорошо, хоть какой-нибудь охранник бы сейчас сюда не забежал бы. Хотя бы на второй скорости. Че, убийство 16. 17. Все это попытки. О, у этого уже 1%. Ой-ой-ой. Давай по ноге, только не будешь бить. Блин. Ногу немного мне повредили. Правую ногу тоже подлатай. Испалили меня, как я бегаю. Ну, с голоду, по идее, тут вроде как не дают умереть в рабстве. Атлетика у нас, конечно же, плохая такая. Все, давай. Забегаю. Блин, опять запалили. Ну что ты их хилишь, блин? Живот у него выбит. Чего бы вдруг? Механик. Все, понял, зашел. Давай тоже. Никого не получил. У тебя нокаут. Не получилось. Я 6%. Но все прокачка.
Это все какачка. О. Ну, это обычно сюда выкупается. Нет, не получилось. Получилось. Что, наверное, надо обьюзить вот этих, которые там. Только процент, короче, очень низкий. Потом уже охранников врубать. Тут убегаю со стороны в сторону. И смысла от этого нету. Не-не-не, давай ты не отбирай их. Ну, давай вот это, тренироваться. Давай там уже 13, 14, 15. Так, вот тебя надо вырубить. Величие. Тебя сходить. У тебя 70%, ты неинтересный. Зайти. Обнаружили меня. Ну, сейчас можно опять сбежать. Давай опять тихий нокаут. Не, слышь, получилось. Блин, сейчас опять накостыляют. Кому-му. Слушай, не, надо что-то с едой делать. Короче, давай сейчас пока не убийство этот. Как его? Короче, скрытное передвижение скачаем. По идее, оно должно быстро качаться. Там тут на грани, скажем так. Самки-то мы уже быстро сломаем. Блин. Давай сбегай. Пофиг, давай скрытность. Обнаружили нас опять. Что ты покормил бы меня там, я не знаю. Ну, пока день, я тут ничего не сделаю. Вот только вот так вот походить, качаться, я не знаю. В принципе, уже вечереет. А, так. Крашеная роба. Слушай, надо сходить в соседнее здание. Потому что тут все здорово и хуто, но тут еды нету. А жрать что-то надо. Все, понял. Потом сейчас от голода умирать начнем. Это вроде еще не крайняя точка умирания. То есть потом она, по-моему, черным начнет становиться. Да, реально, давай с нокаутами пока поработаем. Не получилось. Ну, бывает. Много в грузик получил. Да я так его проносишь. Не-не-не-не-не, давай-ка назад.
Сколько бежать от вас? О, получилось. А, так. А, давай, короче, все с него стырим. В принципе, можно будет бежать уже. Давай. Похищаем. Теперь у нас игра. У нас теперь раскрыта. Кем она раскрыта? Механиками? Те, что они не прибежали. Это нафиг скинет, нахуй. Чё, опять шкренить. Уже, короче, можно еду идти пилить. Мегап. Не-не-не, я мегап. А, так, подожди. Нет, давай сейчас штаны вытянем. Спустимся на низ. Ну, мы просто будем знать, что у нас тут форма лежит. Чего сразу неудача? Мы уменьшаем количество охранников. Нет, давай на землю, короче. Все равно у меня все это пока без нужды. Мне вроде как земли сюда не поднимают дело. Все, они будут думать, что ты этот раб. Давай, что покушать есть? Так, и здесь тоже ничего покушать нету. А, погнали наверх. Ой, блин, сейчас накостыляют мне. Ладно, вроде только грудь вынесли. Наверх мне, да? Типа, давай-ка ты качайся дальше. Что у нас по крепости? 7. По без сознания. Сейчас поднимемся. Вот у нас получше параметры. И сейчас, конечно, не будет ком... Да, комнаты по крафте. Сейчас до нуля надо будет ждать. Давай, сейчас станет. Нужно, короче, драпать с этого здания.
Так вот. Давай, убегаем кандалы. Избегаем. Кандалы нафиг, они режут нам только параметры. Чё там, все спят? Все спят. Блин, кроме тебя, да? Тебе больше всех надо, да? Чем обратно, а мне сбежать тут так-то надо. Смотрите, нам, короче, не дают умереть. Все, можно, короче, хавку не искать. Просто прокачивать параметры, когда уже забегать будем. Не-не-не-не-не, давай-ка ты не будешь получать дамага лишнего. Конечно, крепость все хорошо, но пока не надо. Вот его. Ай, это было больно. Вырубили нас. Или живот. Ай-ай-ай. Крепость 9 надо. День третий тем временем. Ну, короче, неделю сразу все будем забегать. Ну, короче, с кома, да. Посмотрим. Крытность 46, убийство 41, вообще отлично. Ну, я даже не знаю, ну, только скрытность качать. Чтобы у них перед носом можно было бегать. Тут вот реально подниматься, короче, и... делать, короче, темные дела. С голодухи не дают помереть. На работу вроде тоже прям не гонят. Боевое искусство 6 плюс 8. Атака 1, уворот 7. Но эти меня тут костыряют быстро. Третий как 3. Типа медленно вообще бегаю. Что там? Минус 32. Понятно, понятно. Так, ну скорость максимальная. Короче, походу до вечера валяться будем. Нас даже в клетку не затащили. Скелет лежит такой. Слушай, а что если я в скрытность попытаюсь залезть сюда, короче, и типа спать, чтобы он быстрее отхилялся? Свои параметры и потом, короче, в бой просто к ним лезть, к этой святой нации. Как такая идея? Если получится, конечно же. Но хиляться сразу там до сотки, короче, отсыпаться. 27, блин, чё ж так долго? Это еще на третьей скорости. Нельзя ворвать, пока без сознания. Так. Так, какие здесь еще здания есть? Вот эти можно посмотреть потом. Вот это вот все. Мы так уже неплохо прокачались, блин, по скрытности, по убийству. Вообще там можно этих охранников святой нации. Но, конечно, в бой сейчас лезть к ним. Это такое. Это реально вот так вот надо отсыпаться, потом лезть. Ну давай, почти дождались уже пятнашку. Осталось. Что, голод нам сколько вообще режет там? Голод. Отдых на каут. X33 эффект от перегруза 1,18. Потеряйте сознание, когда достигнем нуля, убьете. То есть 83. Мне перед побегом в любом случае надо перейти хавки.
Куда бежать будем потом? Тут как тут, блин, пешескую плохо знаю, если что. Не знаю, наверх, наниз, сюда, куда-нибудь побегу. Посмотрим. Ну, а тем временем уже семерка у нас. Сейчас он уже встанет. Я же говорил, до вечера валяться будет. Ну, благо реально, что с голоду не дают умереть. На капельнице лежу, короче. Давай. Это не мое. Да, не получится так щетерить. Давай, ладно. Вскрою замок. По-тихому. Блин, я не хотел опять камеру. Я хотел наверх зайти. Потренировать скрытность. Ну, в принципе, есть на ком. А, блин, уже погнали за мной. Че, опять что ли? Нет, только ты с ними драться не будешь. Тут-то дело все затянется. Давай нокауты. Так, ну этого 95. 89. Ну, поинтереснее будет. А, все, хорошие нокауты тренировать. Надо это, короче, скрытность. Реально не хватает. Слушай, а меня отсюда видно. Сейчас он прибежит. Нет, короче, в этом здании так отстойно, короче, тренироваться. Сразу замечают. Хотя некоторые прям перед носом прям не ходишь, бегаешь. Они прям тебя не видят, не видят в упор. Че, давайте пофиг на дурачка. Попробуем. На скрытости. Ладно, хорошо. До низа дошли. Уже отлично. Не, замечает нас. А так он не видел, кстати. Ну что, здесь до утра сидеть, что ли? Давай, скрывайся, бегай. Сюда заходи. Правая нога, конечности, в принципе, восстановлены. Давай, может, попытаемся. Не. Вы что, пацаны? Пацаны, не бейте. Что-то вы жестко вообще. В принципе, минус 19, минус 18. Сейчас, короче, к ночи оклемаемся. То есть вырубить какую-нибудь охранника, снять с него одежду, в принципе, можно будет уже бежать. Нет, хавку надо найти, короче, добраться до верху там. Сейчас оно были как. Минус 10 там, все в порядке.
Давай, минус 2. Вставай, вставай, вставай. Крепость уже на десятку. Блин, ну это какой-то зрячий прям. Не получилось. Ну это все кач. Они оба улеглись. А, ну давай погнали наверх. Ну куда пошел? Давай сюда тогда. Кувшин воды. Пяленая рыба. Блин, запалили. Ну пофиг, давай это в клетку. Скрытно. Все. Так, голод немного утолили. Давай тихие нокауты. Что, не получится? Ладно, с этим он не хочет. Даже так. Ну, он нас видит, блин. Короче, реально пока скрытность. Потом валить отсюда. Давай нокаут. Тоже тренировка. То есть 50%. Все полезно, все надо. А, что там? А, скрытность 58. Ну, давай до 60 хотя бы. Тем более летит, блин, как быстро. Как короче, болт опять на низ не полетит. У нас тут зрячие охранники есть. Очень даже. Давай быстро надо перебежать, пока только расцветает. Давай, ладно, на скорость. Святое пламя, чашка, вареные овощи есть, отлично. Можно будет отъесться. Давай, беги хоть куда-нибудь. Я давай ближайшую. Давай, блин, не успел. Ладно. Блин, сейчас будет опять пома у него. Ну, хотя он крепость. Ну, по-моему, типа, если минус 22, то... Ну, типа, до 11. Минус 11 выдерживает. Ну, ничего не поделаешь. Придется так. Или не воровать, пока иду. Надо еще покачать скрытность, реально. Чтоб нас прям днем не видели. О, комната поправки. Типа за много получил. Ну что, сейчас опять наверх поднимемся, опять там покачаемся. Бегаем с хитрости. В принципе, с этого здания нас особо там видно не должно быть. Дыхание. Ну что, ждем. Потом перед побегом отъедаемся.
Давай, сейчас будет минус один. Давай, чтобы ноль был. Давай, давай. Спалил. Добежать успею. Ну, вроде успел. Давай опять скрываем. Ну, короче, надо походить тут. Так, окно запалил. Куда ты постоянно бежишь, блядь? Засранится. Вот так вот бегает тут, тренирую скрытность. Да, вначале это немного скучно. Просто персонаж потом. Будет чётенький. Реально, давай так до ночи походим. Конечно, геймплей увлекательный получается. Параллельно врубая кого-нибудь. Чтоб не смотрели тут. Так, она не прибежит. Вроде не прибежит. Нам что-то вообще не хочет вырубаться. Наверное, скрытости не хватает. Хотя нас типа вроде не видно. Где там кого-то 80 было? Ну тут вообще какой-то, блин, все видит. Все, вырубили, почнулись. Дальше бегаем. Заодно вроде еще атлетика качается. Тоже полезный навык. Быстрее можно будет добежать до какого-нибудь места. А, слушай, давай-ка я беру эти кандалы, блин. А такого я не знаю. А что мне подожди режет? Травмы. Мне травмы, короче, режет. А что по параметрам? 69. Ой, давай открой. А, ну давай, погнали ходить. В принципе, уже не так быстро летит, но плюс-минус, ну 70 буду. Так вроде как уже очень много. Да, убийство 45. Потом на каких-нибудь голодных бандитах можно будет покачаться. На атаку. Короче, пускай у нас будет рукопашник. Не хочу там всякими мечами заморачиваться. Рукопашка тоже, блин. Можно всех выносить, в принципе. Свои пути. Если хорошо вкачано. Сейчас голод опять пойдет. Короче, да, я не знаю. Пока я тут не вкачан, надо это... Даже не пытаться забежать. Кстати, день четвертый только. В принципе, еще терпимо. Если я тут еще пару дней так побегаю, то вообще. Так, убийство 45. Ладно, короче, такая серия получается. Так. Давайте, короче, я не знаю, как-нибудь. А, почему ты не хочешь называть? Он не печатает. Ладно, давай на autosave 0. Короче, сохраню. На этом можно завершить серию.
Ну, всем спасибо, всем пока. Вот. Лайкосики как бы ставьте, подписывайтесь. Пока-пока.